нет никаких сомнений в том, что этого ребенка глухота, и что никаких улучшений слуха, очевидно, мы не ожидаем. Просто на сегодняшний день человечество не изобрело пока такого способа, да? Вот. Поэтому бинауральную кохлеарную имплантацию можно провести и нужно провести. Причем нужно провести их не очень далеко отстоящими друг от друга, для того, чтобы был максимальный эффект формирования бинаурального слуха. Да, мы слышим двумя ушами, и если пролетает где-то галка, то мы можем сказать, сейчас она над нами, или она справа, или она слева. Поэтому вот этим детям нужно дать такую возможность. Чем раньше мы предоставили такую возможность, тем лучше будет в извилине Гришли, то есть в центральном представительстве нашей центральной нервной системе, да, реализация анализатор, где находится центральный, будет лучше представлено вот это вот двустороннее восприятие любых звуков, ну и разборчивость речи в шумной обстановке, и легче адаптация идет у пациента. Поэтому сейчас есть такие возможности, и, так скажем, условно есть эти возможности, потому что периодически возникают проблемы, то ли можно на государственной основе, то ли нельзя на государственной основе. Я думаю так, что если Бог дал два уха, и два уха пострадали, то надо считать, что этому инвалиду нужно дать два слуховых аппарата. Ему же дают два слуховых аппарата. Импланты являются теми же самыми слухоулучшающими системами. Да, таких же два слуховых аппарата. Это так нужно расценивать вот в обиходе, в социальной среде. А другое дело, такого ли они качества, другого ли они качества, материальные ли затраты на них какие-то другие. Поэтому ведь упирается это только в социальную обеспеченность с государственной стороны, с поддержки вот этой материальной.